ЖК «Олимп». Новый корпус на старте. Решай быстрее. Экономь больше. Российские законотворцы хотят смягчить наказание для несовершеннолетних преступников. Взамен тюремного заключения в Госдуме предлагают применять к оступившимся меры воспитательного воздействия, предупреждение, передачу под строгий надзор родителей или опекунов, принудительное ограничение досуга или предъявление особых требований к поведению. В день выборов президента страны 18 марта в городском округе Клин пройдет голосование по выбору концепции благоустройства Демьяновского парка. Для проведения голосования сформирована специальная счетная комиссия. Территориальные счетные пункты расположатся рядом с участковыми избирательными комиссиями и проработают в течение всего дня выборов. В этом месяце в мобильном центре здоровья медики будут вести прием в 5 населенных пунктах. 15 марта – выезд в деревню Кузнецово, 20 марта – в Решеткино, 22 марта – центр приедет в деревню Новощапово, 27 марта – в Марков лес, 29 марта – в Давыдково. Жители округа смогут проверить уровень сахара и холестерина, измерить внутриглазное давление и проверить остроту зрения, сделать ЭКГ и сдать другие анализы. Перед осмотром нельзя за 3 часа до его начала принимать пищу и курить. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. В Майдановском клубе с успехом прошел спектакль Московского театра опереты. Артисты представили классическую постановку известного венгерского композитора Имри Кальмана «Мистер Икс». Любители театрального искусства отметили не только прекрасную игру актеров, но и отличный звук и световое оформление. Клуб «Майдановский» после ремонта все чаще с успехом принимает приглашенных артистов.